придя в оркестр на последний пульт, для меня это был оркестр, только звучание которого у меня захватывало дух. Для меня все люди, кто были как данность оркестра, оркестра Баренского, это все были мои учителя, в том числе Денис Владимирович, именно потому, что он выдающийся, обладавший невероятным звучанием трубы. Евгений Александрович безмерно его ценил, любил, уважал. Помню один из комментариев Евгения Александровича, когда мы играли Прокофьева «Ромео и Джульетту», то в номере под названием «Патер Лоренцо», если вы не изменили память, он повернулся к Денису Владимировичу и сказал, я тогда даже и не понял, но потом уже с годами я это осознал, он сказал: «Валя, тапочки». В чем смысл? Идущий пожилой человек по собору, и вот звучание трубы, как мягкое-мягкое движение войлоковых тапочек по мрамору. Вот он, Тенгензов, услышал это звучание трубы и попросил усилий, вот, сделать это именно так. В этом самое главное, что было в мастерстве звучания Валентина Владимировича, это мягкое, певучее, ни в коем случае не агрессивное, но ноты, которые были согласны по звуку, как группа контрабасов. И, конечно, и пройдя через огромную череду конкурсов, я стал концертмейстером, но 5 лет уже в качестве концертмейстера общался с Валентином Владимировичем, и я видел, с каким вниманием, с какой любовью он относится ко мне, понимая, насколько мне тяжело, какая ответственность на меня возлагается. И он мне помогал и подсказывал. И это я подсказывал, потому что в крови его преподавания, он профессор консерватории, выдающиеся ученики у него. И кроме того, он был замечательный, добрый человек. Очень добрый, и очень с ним легко было общаться, несмотря на то, что разница в возрасте. Я всегда с ним, как с огромным уважением и любовью.